Меня зовут Ольга Александровна Евдокимова, я врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, и в моем блоге все про здоровье ЖКТ и про здоровые взаимоотношения с едой. Не забудьте подписаться. Нужен ли организму коллаген? На данный момент существует достаточное количество исследований, которые говорят, что коллаген действительно пойдет туда, куда мы хотим, даже на фоне дефицита белка. Но чтобы коллаген оказывал свои приятные действия, как улучшение качества тканей, уменьшение целлюлита, улучшение тургора, для этого коллаген нужно употреблять на постоянной основе. Уже через месяц после отмены любой добавки коллагена вы будете замечать отсутствие его деятельности. Поэтому, если вы хотите, чтобы коллаген приносил вам пользу, его, к сожалению, употреблять придется постоянно. Чтобы помочь вам не попасться на уловки самых модных ЗОЖ и ПП-трендов, я подготовила для вас бесплатный открытый урок. Чтобы посмотреть его, переходите по ссылке в описании к этому видео.